Всем привет! Долгожданное продолжение по зеленке. Первые тесты вы видели на канале. И после, так сказать, первого теста у нас отломило кулак на переднем мосту, поворотный. Вот, сегодня будем пробовать разбирать мост, менять кулаки. И заодно посмотрим, подходит ли на ХГ ЦВД привода от первого аксиала. Если подходят, значит ставим и будем тестить. Поехали. Вот такой у нас кулак. Вот. Его отломило. По поводу поролона, для легкой машины надо еще будет поролон подрезать. Вот так вот отломилось. Две тоненькие дужки. Так, что-то ось не выдергивается. И, соответственно, можно провернуть сейчас. Так, вот он чулок, который у нас сломался, но у меня почему-то не вытаскивается, непонятно почему, косточка не вытаскивается. И смотрите, многие сказали то, что я сделал большой выворот. Нет. Смотрите, вот максимально вывернутая косточка. Как говорится, докуда максимально выворачивается. И она не выскакивает из прорези. И здесь она вот уходит до конца, и все равно вот изнутри ничего не выскакивает. Соответственно, сломать она не могла. Это, видать, все-таки со временем или от мороза как-то вот... Я много слышал, что у Траксуса тоже ломается пластик. Есть вот у меня вот такой забытый проект. Надо его будет скоро восстановить. Вот такая качалочка. Вот. Посмотрим. Ну, он все, в принципе, все крутится. Тут все смазано, все работает. Вот такой вот самодельный аппарат. Вот, так что сделаем. Рессора сделана из метра. Раньше СССР еще. Так что, возможно, скоро что-нибудь интересненькое придумаем. Так как косточка не вытаскивается, сейчас просто соберу зеленку. Зеленку поставлю на ход, а уже с ЦВД приводами поэкспериментирую вот на этом разобранном шасси, как говорится, на досуге.
Так, ну все, поставил. Но единственное, что сейчас буду все-таки пробовать запускать и выставлю конечные точки. На всякий случай, для избежания выламывания. Потому что все-таки вот здесь небольшой люфт есть. И если вот колесо вручную достаточно самому до конца выводить, то косточка немножко все-таки на грани выскакивания. Поэтому сейчас поставим и немножечко ограничим сервочку. Так, ну что, выставил конечные точки, чтобы не выламывало. Вот так вот это получается. Все, рама в принципе не шевелится, колеса не прыгают, все хорошо. Так что сейчас проверю еще газ туда-сюда, выставлю все на 100%, чтобы вперед и назад было одинаково. И в принципе попробую, может быть, что-то по внешке поделаю.